ранку, шановні миколаївці. Ми продовжуємо наш ефір. І вже поруч з нами сидять гості наші. Це Кручиніна Євгенія, директор дитячої художньої школи, та Юлія Піскун, учениця художньої школи. Доброго ранку, дякуємо, що завітали сьогодні. Як то кажуть, ми не просто так зібралися, а сьогодні день народження художньої школи, якої ви є директор і учениця. Отож, давайте трішечки історії. Так. Чим особлива ваша школа? Так. Наша школа – это единственное учебное заведение детское. Оно не дошкольное, оно внешкольное, с профессиональным эстетическим образованием, начальным. У нас школа очень такая необычная тем, что она имеет такое дизайнерское направление. Многие предметы – это предметы, которые помимо нашей академического минимума, академического рисунка, живописи, композиции, мы вводим очень много предметов по композиции прикладной и дизайнерской. У нас есть столярный дизайн, у нас есть батик, у нас есть бумажная пластика, у нас есть квиллинг, скульптура есть, соленое тесто. В общем, много-много различных, как современных видов декоративно-прикладного искусства, так и новаторских. Дійсно, дуже популярні нові такі новинки в всій вашій школі. А скільки дітей навчається в вашій школі? Вот уже несколько десятилетий контингент нашей школы 251 человек. Изначально в 72 году контингент, самый первый контингент школы был 75 человек детей всего лишь на огромное полумиллионное население. Сейчас мы увеличили контингент за счет того, что открыли хозрасчетные группы для самых маленьких детей. Мы сейчас принимаем детей в хозрасчетные группы в пятилетнем возрасте. Скажіть, а в яких приймають участь ваші дітки, можливо, в якихось конкурсах? Ежегодно школа участвует около 30 конкурсов различного уровня. Это и международные, всеукраинские, областные, городские, местные, школьные, всевозможные благотворительные акции. Огромное количество такой вот у нас выставочной деятельности. Так, останній конкурс, в якому ви брали участь? Конкурс в Японії. Расскажи более детальнейшим, пожалуйста. Значит, у нас преподаватель, у нее дочь живет в Японии, она взяла часть работ, 15 работ младших школьников и повезла в Японию на конкурс. Но мы результатов еще не знаем, потому что закончился ее отпуск, нам нужно связаться с ними, то есть как бы еще итоги конкурса не подведены. Повідомити нас про ітоги. Я переконана, що вони будуть доволі непоганими. Так? Я знаю, що на День міста ваша школа теж приймала участь у заходах. Розкажіть, будь ласка, що це було? Мы представили коллекцию в двух направлениях, дизайнерских направлениях. Не делали традиционно рисунок, живопись, композиция, как мы выставляем, и пейзажи, посвященные городу. Потому что территория была ограничена, и мы выставлялись на... Такой был маленький отрезок культуры между улицей Спасска и Большой Морской. Выставили мы символ позапрошлого года, нашего деревянного коня «Чудо-конь», который был сделан в рамках грантового конкурса «Русал». Они подарили нам столярное оборудование. И, в общем-то, это как финал нашего сотрудничества с «Русалом» был на деревянный конь. Коллективная работа преподавателей и детей на уроках столярного дизайна. Вот. И к этому коню, мы в поддержку этому коню сделали 4 инсталляции. Композиции из нашего реквизитного фонда, из ржавых вещей, и сочетание ржавых старых вещей антикварных и дерева. У нас я вас трішки переб'ю, у нас є фото, я би просила режисерів показати, так, щоб ми вели нашу розмову під фото. Так, ось, будь ласка, невеличкі ваші коментарі. Так. Вот, сейчас на экране вы видите часть тоже нашей экспозиции. Это выставка авторской куклы нашего преподавателя Елены Николаевны Маркитан. Она в свободное от работы время увлекается авторской куклой. Вот, и она периодически выставляется. Так, ну, таким образом мы прививаем вкус детей. Вот это инсталляции, да. Вот Елена Николаевна Маркитан. Ее выставка называется «Олицетворение». Вот совершенно вы на улице Радянске проводили? Да, да, напротив Каштанова сквера. Там, это ваш кінь, так? Это наш, да, это наш любимый конь. Так, ось можемо... Когда-нибудь он будет в нашем школьном музее, о котором мы мечтаем. О, ми поговоримо про ваші плани. Плани на майбутнє. Ви вже так трошки розкрили нам. Але ще зараз додивимося фото і ось ще бачимо, так? Це такі інсталяції творчі, так? Євгенія Івановна, розкажіть нам, будь ласка, на майбутні плани. І взагалі, як довго ви вже займаєте посаду директора саме в цій школі? Ну, я випускниця цієї школи.
Я выпускница школы 78 года. В школе я проучилась 4 года, потом Харьковское художественное училище и наш институт культуры истории изобразительного искусства. Школу я возглавляю с 11 года. Вот уже 5-й год будет моего там. Ну, со школой как бы связана вся жизнь моя и все мои планы и на будущее, если, дай бог, все будет хорошо. Сейчас мы получили в прошлом году на баланс управления культуры, передали два здания по улице Спасская, 23. Они немножко разрушены, но нам выделяют деньги на ремонт. Вот. И мы планируем там открыть и музей наш школьный, и выставочный зал, и актовый зал. Очень много мастерских. У нас есть огромный, профессиональный, замечательный офортный станок. И мы хотим сделать офортную мастерскую с полностью техническим оборудованием, с вытяжкой. Мастерскую горячего батика с вытяжкой. Ткацкую мастерскую. То есть планы у нас было бы где разместить все наши. И музей, так? Да. Я переконана, що вони збудуться. Ви ж працюєте над цим, якщо є бажання. Юлечка. Перейдемо до тебе. Скажи, будь ласка, а ти довго вже навчаєшся в школі? І чим тобі подобається навчання в цій школі? Да, я учусь в цій школі вже 5-й год. Я отучилась 4 года стандарта. 5-й – это академический год. Мне очень нравится ходить в художественную школу, потому что там очень хорошие учителя, которые учат, они уделяют детям внимание, не оставляют никого без внимания. Также в художественной школе можно научиться много новому, точно делать графику, живопись. Также я ознакомилась в художественной школе с такими видами работ, как скульптура и история искусств. Юлечка, який тобі предмет найбільше подобається? Графіка. Чому? Розкажи взагалі, познайом нас, що це таке графіка і як це відбувається взагалі? Графіка – це штриховка по листу бумаги. Тобто перед тобою ставиться любий натюрморт або той же обычний пейзаж, і ти должен його передати так, як ти бачиш. Тобто заштриховати правильний участки, где темнее, где светлее. Это не так уж просто. Так, Юлечка, ти приймала десь, брала участь у якихось конкурсах? Твої роботи перемагали? Да, я брала во многих конкурсах участь. Самый мой конкурс, который мне запомнился, это был в Каневе на Тараса Григорьевича Шевченко могиле. Там мне министр культуры грамоту вручал. А які в тебе емоції? Поділися з нами, будь ласка. Це таке собі натхнення, да, на майбутнє? І ще чогось досягати, займатися цим? Да, мені дуже понравилось там. Я була дуже восхищена цим. І думаю продовжувати далі свою життя з художественним образованням. Юлечка, ти кажеш, що ти ще осягнула навики скульптури. Да? Розкажи нам більш деталі. Вдається тобі скульптура? Це ж така теж нелегка справа. Може бути, вона і не легка, але у мене все виходить. І скульптури я, із глини я люблю різні поділки, там вази. Глечики, так? Так? Я знаю, наша Іринка теж спробувала одного разу у вашій школі глечик зліпити, так? Так? Ваш викладач Олексій Байбородін мені допоміг в цьому. Я можу сказати, що це дуже непросто. В мене вийшло з третього разу вилепити глечик. Ірина Іванівна, розкажіть, будь ласка, ось про молодь. Яка молодь зараз? Талановита? Багато дітей продовжують своє навчання, своє життя, зв'язують з художнім ремеслом? Можливо, хтось викладає, да, із ваших випускників у школі? Розкажіть нам, будь ласка. Ну, молодежь вообще на Украине вообще богатая, талантливая очень. Я смотрю, что даже ученики нашей школы, казалось бы, это как бы не школьное образование, да, это уже не обязательное образование, да. И тем не менее, даже вот ученики, ребята, являясь учениками нашей школы, они параллельно еще и ходят еще на танцы, увлекаются фехтованием. В музыкальной школе учится каждый второй наш ученик. Настолько много, тесно связана музыка, изобразительное искусство, просто поражаешься, насколько дети все успевают. Да, они загружены, но это достаточно очень интересные личности. Каждый ребенок в нашей школе – это личность.
А что касается вообще, ребята очень часто вообще приходят, возвращаются в нашу школу. Даже спонсорами выступают наши школы, наши бывшие ученики. Сейчас очень много по всем странам разъехалось, и в России, в частности, очень много. И очень много бизнесменов среди наших учеников. В контингенте, в педагогический состав школы это 15 выкладачей, 15 преподавателей. Да? Из них 6 человек – это выпускники нашей школы, это молодежь, которая к нам возвращается. Еще очередь стоит на эти преподавательские места. Скажіть, а не хочеться врізняти, але все ж таки, що найбільш популярно от, в вашій смысле? Школі? Там, чи з глиною займатися, чи от, ви кажете, батік, от, де більше всього бажаючих? Ну, сейчас самое сложное для нас – это столярный дизайн. Потому что, во-первых, материал дорогой, очень дерево. Нам нужно приходится закупать дерево, фанеру, ДВП, крепежные всевозможные элементы. Вот буквально лет 5 назад было очень большое увлечение батиком. Но дело в том, что сейчас многие материалы сильно подорожали. Составляющего, допустим, резерв для батика, он выпускается самый хороший, непротекаемый, качественный только в России. Но вы знаете, какие отношения у нас сейчас с Россией, кроме того, что цены просто безумные. Для того, чтобы сделать батик, себестоимость материала обходится 300-500 гривен, только себестоимость материала, вложенного в эту работу. То есть совершенно не детский, уже даже... Да. Не дитячий, тогда дитя, да, цены, в первую очередь. Это уже не хобби, в это уже вкладываются большие деньги. Вінні Івановна, ви пишаєтесь своїм надбанням, що ви є директором художньої школи? Ой, навіть нікуди пишатися, тому що стільки роботи. Багато роботи. Нікуди, да. А ви ось, ви творча натура, ви пишете картини? Я батиком увлекаюсь, да, у меня есть заказы, я выполняю заказы, помимо своей преподавательской должности и своей директорских проблем, я еще успеваю тоже. А как давно вы батиком занимаетесь? Первый батик мы сделали в школе, был 98 год, первый ребенок, который получил премию в Киеве, тогда был конкурс, это жена президента Людмила Кочмы, детям Украины, и он занял второе место, Леша Литков, сейчас он работает в Москве графиком. Так, цікаво. Євгенія Івановна, Юлечка, ми вам дякуємо за те, що ви завітали до нас у студію. Я нагадаю нашим телеглядачам, що в гостях у нас сьогодні були Євгенія Кручиня, директор дитячої художньої школи, та її учениця Юлія Піскун. Ми вам дякуємо. Дякуємо і вітаємо вас, натхнення вашій школі, і хай всі ваші плани обов'язково збудуться. Приходьте до нас з майстер-класом. Дякую.